Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Те, як реагує зараз Кремль на візити західних політиків, європейських політиків, зокрема в Казахстан, в Узбекистан, тому що так видається, що оці останні події виставляють Путіна і, в принципі, Росію в якості такого спостерігача. Їм не дуже подобається, що Макрон вчора приїхав в Казахстан, що він сказав, що дуже добре, що Токаєв не є васалом будь-якої із влад. Не можна сказати, що там стосунки, відносини Казахстану і Росії, вони погані, там є свої бізнес-історії і таке інше. Але в якій позиції сьогодні знаходиться Росія, коли ми говоримо про міжнародну ізоляцію, коли ми говоримо про геополітику і про такі візити? Ви знаєте, я не слышал, я спеціально не слушал, чесно вам скажу. Я не слышал, обычно, когда это происходит, слышать, для того, чтобы услышать, сил прилагать не надо. Не слышал громких каких-то заявлений и возмущений в связи с тем, что европейские политики ездят в страны, окружающие Россию. Я просто так аккуратно говорю, потому что часть из этих стран входит в единое европейское таможенное пространство с Российской Федерацией. Какая-то не входит. Кто-то входит в ДКБ, кто-то не входит. Ну, то есть их принято называть постсоветскими странами, но уже сейчас, когда началась война в Украине, использовать выражение постсоветские страны как-то даже неприлично. Потому что война окончательно, мне кажется, разрушила миф о том, что Кремль сможет что-то... Он хотел, наверняка, сомнений нет, собрать Советский Союз назад, но, кажется, сейчас уже точно не сможет. Вот. Так суть в том, что я не слышал о том, чтобы они громко возмущались, кроме одного, единственного визита. Это встреча чиновника из Армении с чиновником из Украины. Вот это вот, вы помните, вы мне сейчас можете помочь, если вы вспомните наизусть, кто с кем встречался. Просто сегодня слышал всплески криков Марии Захаровой, могу сейчас быстро погуглить, о том, как она негодует по поводу того, что армянские власти по-прежнему имеют отношение с Украиной. Это Захарова завжди негодует, треба сказати. Да, но это нет, понятно, но она негодует не просто так. Она негодует именно в отношении Армении, именно за то, что Армения... после того, как история с Карабахом разрешилась без начала войны, не упала на колени перед Россией и не стала очередной губернией. Она очень переживает на тему того, вы помните, что было в Грузии, когда президент Грузии съездила в Украину. Президента Грузии, пророссийская, ну не пророссийская, а как бы дружащая с Россией местная «Единая Россия» под названием «Грузинская мечта» чуть не отправила с импичментом в отставку и пыталась всячески показать, как она, как она ей даст жить нормально, не даст. Вот. То же самое пыталась сегодня Мария Захарова проделать с Арменией, но это все произошло на фоне двух очень важных вещей. Одновременно с этим заявил местная служба безопасности армянской, что они поймали террористов, ну какую-то группу, которая готовила переворот в Армении или, по крайней мере, пыталась захватить административные здания в Армении. Когда я слышал о некой группе неизвестных людей, которые пытаются захватить административные здания в Армении, ну, мне и вам это напоминает, понятно что, да? Тут не надо ничего вспоминать. Мы еще не знаем точно, кто эти люди, но первое, о чем я подумал сразу, посмотрев на карту, посмотрел, где тут Донецк, а где Армения. Ну, первое, что приходит в голову. А вторая история с Арменией связана, очень важная. Это то, что сегодня официальный представитель Армении заявил, или Нагорного Карабаха, официальный представитель, но в любом случае человек, который отвечает за контроль над безопасностью, заявил, что Азербайджан, то есть люди, которые явно не симпатизируют Азербайджану, это важно, заявили, что Азербайджан отвел свои войска от границ. Вот у нас прямо сейчас новость выйдет на сайте издания The Insider, я как раз еще раз ее перечитаю и внимательно пойму, как звали этого человека, но мы уже когда обсуждали, что... Да, отвели войска. То есть, смотрите, Азербайджан не собирается воевать с Арменией. Угрозы, которая объясняет присутствие российских войск в Армении, нет. Азербайджан не стал продолжать эскалацию, не сделал то, про что Маргарита Симоньян кричала в России и пугала армян, не напал на Ереван, а отвел войска. Обратите на это внимание. Кто-то пытался сегодня захватить здание.
в Армении. И очевидно совершенно, что Армения находится под большим, я бы сказал, на Армению Россия сильно обижена, и на Армению Россия имела виды. И, что важно, там сегодня Захарова пеняла армянам, что они встречаются с украинскими политиками. Это первое. Теперь, что касается вот этих встреч с Казахстаном, Узбекистаном и прочее. Почему? Я думаю, я не слышал каких-то очень громких заявлений. Я не уверен в этом, но мне так кажется, что России не очень выгодно пенять Казахстану, Кыргызстану или Узбекистану за то, что они встречаются с Евросоюзом. Потому что России очень нужно обойти санкции. И никаким другим способом обойти санкции, кроме как взять товары, поставленные в страны единого таможенного пространства, а она не может. А для этого надо, чтобы эти страны с Евросоюзом и с Америкой очень-очень-очень-очень сильно дружили. Не только дружили, но еще и соглашались иногда прикрывать глаза на то, что Россия что-то оттуда потянет себе. Потому что Казахстан в последнее время как раз не прикрывал глаза, а очень активно даже объяснял, что ничего такого он позволить через свою территорию провозить не даст. И вот это как раз скорее проблема. А то же самое с Кыргызстаном немножко другая ситуация. Там президент такого путинского разлива, и он максимально показывает свое желание дружить и прочее, прочее. Только у Кыргызстана нет прямой России границы с Россией, а у Казахстана есть. И если возить что-то из Кыргызстана, то как раз через Казахстан. Поэтому я, честно говоря, думаю, что скорее Россия будет, не будет устраивать, по крайней мере, пока. Только если она посчитает, что надо окончательно рвать отношения, или, например, вряд ли сейчас хватит сил на какую-нибудь военную агрессию. Может, если бы с Украиной так все не получилось, как получилось бы, хватило, но сейчас нет. Поэтому мне кажется, что Россия будет радоваться тому, что Макрон туда поехал, надеяться, что она сможет какие-нибудь себе подсанкционный товар привести через территорию этих стран. Мне так кажется. Але все одно ми можемо зараз констатувати той факт і сказати, що всі ті країни, на які Путін завжди робив ставку і визначав як своїх стратегічних партнерів, оці пострадянські, які вже зараз не можна так назвати, що вони зараз не в його орбіті, що фактично він не є там таким доном Корлеоне для них, скажімо. Ну, они получили субъектность, конечно, после того, как у Путина лопнуло все, включая вот это вот вассальство. Оно на самом деле лопается, конечно. Это было, знаете, когда еще понятно? Еще буквально накануне войны, когда у них были, и в самом начале войны, когда у них были встречи, на одной из встреч в Узбекистане, если я не ошибаюсь, президент Узбекистана потребовал от Путина, чтобы он высказывал все-таки побольше уважения. Россия зависит от этих стран сейчас. России нужны люди из этих стран для того, чтобы закрывать дыры в рабочие места закрывать, потому что Россия отправила свои трудовые ресурсы, людей, которые работали, отправила на войну, где их убивают. Воевать, да, и умирать. А России нужны эти самые же люди для того, чтобы их тоже каким-то образом заставить отправиться на войну. Облавами, уголовным преследованием и прочие вещи. России нужны эти страны, потому что это страны, которые она получает санкции. Эти страны ведут независимую, да сейчас заметную независимую политику. Так уже, что Евросоюз всерьез на них смотрит, как раньше не смотрел, а смотрел на них только через призму присутствия там России. Может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, это сейчас кажется заметно. Посмотрите на Узбекистан. Вот Узбекистан. Мы с вами привыкли, что там еще 10 лет назад Узбекистан такая диктатура, в ней не бессменный президент, ничего не меняется, страна, которая рабским трудом добывает хлопок, и все, что мы про нее знаем. А еще попасть туда очень трудно, потому что она не всех к себе пускает. А новый президент, там стало много чего открываться, страна открывается, случилась война. Вот сейчас Израиль. Россия, очевидно, занимает позицию Хамас. И в России случается антисемитский погром. В Кремле. Узбекистан наращивает количество авиаперелетов в Израиль. Израиль, Узбекистан, Узбекистан, Израиль. Когда другие страны перестают туда летать, особенно другие страны вокруг России, российские авиакомпании, перестают летать или там сокращают количество рейсов, Узбекистан летает каждый день. У них было 2 рейса в неделю, а теперь каждый день. Это явно никак не вписывается. Да? Вот. Это очень важная история, и она показывает, что у них есть своя, у них есть своя субъектность, своя политика внешняя.
И кто от кого сейчас зависит, ну, по крайней мере, такого до войны мы с вами даже не обсуждали. А сейчас обсуждаем. Это о многом говорит, мне кажется. Зараз поговоримо дуже коротко і про роль, і про те, які вигоди намагається отримати Росія із того, що допомагає розпалювати війну на Близькому Сході, зокрема того, що відбувається між Ізраїлем сьогодні і в якій війні опинилась ця країна. Але видання The Insider пише ще одну досить цікаву статтю. Ми сьогодні з нею знайомилися, я б хотіла, щоб ви дали більше інформації про те, що є зараз і буде паливом для війни для режиму Путіна. От де він буде шукати гроші, і, власне, очевидним є факт, що Кремль дуже розраховує продовжувати війну і залежить від обсягу нафтогазових доходів, які становлять основу його бюджету, пише The Insider. Наскільки да. сьогодні Путін, скажіть, ну, зможе збільшувати отакі обсяги продажу нафти, враховуючи, що може вже й не дуже багато країн, які були його спільниками, готові з ним мати діло? Хороший вопрос. Топливо войны называется, цены и нефть. Статья действительно хорошая в разделе «Экономика» у нас на сайте. Что мы можем вспомнить сразу? Тем более, что очень хороший автор ее писал. Тут есть три основы, тут три момента есть, которые надо обратить внимание. Того, что цены на нефть пока не дешевеют, а только растут на фоне событий на Ближнем Востоке, это вызывает определенный оптимизм у правительства. Они надеются, что этого хватит на поддержание экономики. Но есть один нюанс. Санкции работают, да, но мы с вами видим, что санкции не работали в отношении российской нефти, когда это касалось продажи в Индию, например, и Китай, которые к санкциям не присоединились пока. Этим странам не стало выгодно перестать покупать у России в таком количестве нефть, потому что Америка предложила кое-что другое. Например, или напугала, или предложила кое-что другое. И последняя поездка в Китай Путина, в которой его сопровождал, например, глава «Газпрома», завершилась тем, что Китай отказался строить вторую ветку газопровода, сказал, что ему столько газа из России не надо, и, в общем, в России не удастся спасти компанию «Газпром», которая потеряла европейский рынок, тем, что они просто перекинут эти ветки в Китай и будут продолжать продавать так, как продавали. То есть на самом деле, конечно, от конъюнктуры рынка сейчас много чего зависит. Есть достаточно стран, которые покупают у России нефть в обход санкций. И есть всякие возможные ухищрения, о которых мы писали много раз, эти москитные флоты и прочее-прочее. То, что позволяет России это продавать. Но эта история может закончиться в любой момент, потому что у нас, на самом деле, сворачивается и схлопывается. Пока деньги есть, пока нефть дорогая. Если конфликт на Ближнем Востоке не будет долгим, и цены начнут на нефть дешеветь, а такое очень точно может случиться, тогда этих денег может не хватать. Ну, от вам и выгода. От вам и выгода для Путина. Чому, власне, ему так цікаво це? Конечно, конечно, безусловно, да. Но только видите, какая штука. Путину-то выгодно. А, например, Ирану, Ирану пока выгодно, пока Иран не попал под американские санкции опять, и, например, в обмен на, в обмен на что, если он слишком активно поддержит, например, события в Газе на стороне Хамаса, он так поддерживает, это понятно, что Хамас – это прокси иранские, но если он вступит в войну, то, естественно, нефть продавать не сможет, а сейчас продает. В общем, да, у Путина очень сильно все зависит от Ближнего Востока, и если Ближний Восток справится с этой проблемой сейчас, то нефть подешевеет, а то, что цены в России очень быстро растут, в том числе на просто обычные вещи на бытовые, это все знают, кто живет в России, понимают, что топливо в России дорожает, цены в России дорожают. Воевать на самом деле не так просто становится. Ну, але Путін не планує зупинятися. І так, видається, не дуже хоче, щоб зупинялося все і там, де спалахує ще. Скажіть, оця історія про те, що він відкрито... Видите, вот у нас что... Извините, я закончу. Закончить хочу мысль одну по поводу статьи, о которой вы мне сказали. Есть один важный момент, на который мы обращаем внимание, что санкции, именно санкции, которые перекрывают возможность России продавать нефть по-настоящему, не заработали. Много чего из санкционной нагрузки заработало, но это не работает. Россия может продавать нефть в обход санкций.
в отличие, кстати, от газа. Газ значительно больше приносил прибыли, чем нефть России, насколько я помню. Могу ошибаться. Вот тут вот не хочу утверждать, потому что я не специалист по нефтегазовому рынку совсем. То, что касается продажи нефти, санкции так и не заработали. И тут еще, на самом деле, есть перспектива. Потому что если удастся придумать способ, который бы позволил все-таки сократить возможность России продавать нефть на рынке, то, конечно, это очень сильно сразу отразится на возможности ведения войны. Ви, в принципі, зараз як оцінюєте санкційну політику? Вам не видається, що вона, якщо не сказати слабшає, якщо не сказати зупинилась, то слабше? Не кажется. Нет. Нет, мне не кажется, что санкционная политика слабая, потому что санкционная политика очень заметна на всем, что происходит в стране. Конечно, какие-то вещи, там, например, продовольствие удалось импортозаместить, то далеко не все. Но очень много чего импортозаместить не удается. Это видно по тому, как делается оружие, по тому, сколько танков Россия собирает. И сколько она могла бы собирать, и сколько она собирает в реальности, потому что не хватает, там, не знаю, подшипников подсанкционных. Сколько ракет Россия делает, вы знаете это лучше меня, потому что когда Россия делает много ракет, это сразу заметно. А когда Россия делает меньше ракет, это тоже сразу заметно. Одно дело стрелять по 60, по 100 ракет за раз, а другое дело отправлять 20 шахедов и 2 ракеты. Это все санкционная политика. Конечно, Россия умеет обходить санкции, но, ну, в смысле, может что-то обойти. Ну, просто потому что мир глобальный, он так устроен, что совсем ничего никуда протащить невозможно. Не, ну, там, все перекрыть, чтобы ничего нельзя было привезти, так не бывает. Но посмотрите, сколько уголовных дел сейчас по всему миру. В Америку вывезли человека, которого буквально ФБР поймало с помощью долгой погони. Его разыгрывали, специальная игра была, человека, который возил микродисплеи в Россию, которые мы писали как раз в «Инсайдере», которые нужны были для приборов ночного видения, для прицелов, для прочего. Да? Он покупал их в обход санкций прямо в американских компаниях, нагло врал, а его вывезли на остров Фиджи, где он, по-моему, если я не ошибаюсь, на Фиджи его поймали и в тот же день привезли в Америку. Перекрыли этот канал. В Швеции сейчас человека, который шпионил для России и передавал санкционную электронику, в результате, ну, его не смогли посадить, потому что там сроки давности истекли, там хитро все так было устроено, что его не, вернее, он смог отбиться от претензий в шпионаже, а за нарушение санкционного режима у них вышли сроки давности. Мы буквально сделали расследование про этого человека, и вот так совпало, что через несколько месяцев начался суд в отношении него, но он уже все равно засвечен, и он больше не может это делать. Много чего в Россию не попадает. Недавно Казахстан перекрыл поставки электроники из Китая. Китай перестал продавать электронику в таком количестве и такую, которую мог, хотел, собирался делать это в начале войны. Я думаю, что все очень заметно, это работает на самом деле. И вообще нагрузка санкционная, она же заметна по продовольственной корзине, которая подорожала. Конечно, в 2022 году это было незаметно, а в 2023 году, к концу его, очень заметно. Просто санкции работают с очень большим лагом. Они наверняка работают не так, как хотелось бы, но сказать, что они не работают, это совсем не так. Это, конечно, неправда. Я вам дуже дякую за розмову, що ви доєдналися. Тимуре, спасибі. Тимур Олевський, російський журналіст, був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.